капеллами. На небольшой площади в северной части улицы Виа де ла Скала высится белокаменный фасад церкви Санта Мария де ла Скала. Церковь Санта Мария де ла Скала построили на рубеже XVI-XVII веков для хранения иконы Мадонны, которая по сей день находится в северной части трансепта. Предание гласит, что однажды эта икона чудесным образом исцелила ребенка, страдавшего от физического уродства. Его мать молилась на этот образ, висевший тогда над лестницей по-итальянски «Скала», в одном из соседних домов. Папа Климент VIII поручил проект церкви Санта Мария де ла Скала Франческо де Вольтерра, однако тот умер год спустя. Тем не менее, строительство продолжилось, и еще до его окончания храм был предоставлен нищенствующему ордену кармелитов. Двухчастный травертиновый фасад был готов чуть позже. Над его порталом поместили статую Мадонны с младенцем. Внутри церкви один единственный неф с тремя капеллами по бокам. Они богато украшены полотнами 17-18 веков. Главный алтарь выполнен по проекту Карло Райнальди.